Полицейские за Уралья в очередной раз отправились на Северный Кавказ. Отец Владимир, руководитель епархиального отдела по работе с правоохранительными учреждениями, отслужил молебен и благословил отбывающих в служебную командировку полицейских. В свою очередь полковник полиции Олег Ильиных отдал главный приказ вернуться домой живыми и здоровыми на радость родных и близких. Курганцев всегда отличала ответственность, добросовестность и принципиальность в ходе работы служебных командировок на Северном Кавказе. Все отзывы о нас были, есть и будут только положительными.